В Узбекистане с занимаемой должности был снят имам мечети города Ташкента Шермурод Тогай. После увольнения Тогай выступил с заявлением, в котором он обвинил руководство духовного управления мусульман Узбекистана в интригах и взяточничестве. Сам Шермурод Тогай известен абсурдными высказываниями, поддерживающими политику режима в Узбекистане. Так, например, в 2017 году он предложил ввести смертную казнь в отношении членов различных исламских групп. Также имам известен своими хвалебными стихами в адрес президента Шавката Мирзияева. Наблюдатели отмечают, что хотя Тогай и полностью поддерживал политику правительства Узбекистана, тем не менее, по всей видимости, на руководство Дум его подобострастные высказывания не произвели особого впечатления, а скорее наоборот, они сочли его гипертрофированное подхалимство угрозой для себя. Потому в итоге перестаравшийся в своей лести режиму имам и был со скандалом уволен. Ахара,